Привет, зритель. Ты наверняка ждал несколько иной обзор обуви, но я тут на днях поразнила пальчик, и он все никак не заживет, потому что я забыла, что он пораненный, и поперлась в сад. Хоть и рука и была в перчатках, но все равно было нехорошо. А потом я его попыталась полечить, в общем, проблем на мне. Я стремаюсь с раненым пальчиком брать обувь, мало ли там песочек какой, еще что-то. Ты, наверное, помнишь обзор зимней обуви? Так вот, возьми тот обзор зимней обуви и приделай к весне, к сне, той части весны, когда холодно. Потом та часть весны, когда вроде уже тепло, но еще не настолько тепло. Да, тут у меня щека, куча всего. Вот в этом я ходила, да, они грязненькие. Я не ожидала, что будет внезапная жара. Я ожидала, что я в них еще похожу. Короче говоря, в этих я ходила, когда было вот как бы мокро. Они тепленькие внутри. Ну, не сильно, зимой, конечно, в них не походишь. Но все же. Да, я тут такая. В халатике. Короче, мои кроссовочки, которым лет 7 уже, наверное, в центре обувь покупала. Году в 2014-м. Мои босоножечки, которым 3 года, я их покупала еще когда с Ленкой Снегиревой общалась в 2018 году. Как раз приезжала поздравлять ее с ДР на неделю позже, что ли. Кедики, которые, помнится, год назад покупала. И тапочки, которые, может, года 2 назад покупала вообще за 300 рублей. Вот в чем я шастаю весной. Ну, сейчас, конечно, у нас вот с сегодняшнего дня вообще какая-то адская жара. О чем я жаловалась еще в предыдущем ролике и обзоре на покупку с Вайбериса. Хотя у меня есть еще один обзор с Вайбериса, который, наверное, уже почти месяц как не смонтируется. И, в общем, я то в босоножках, то вот в этих шастах, потому что, ну, жарко. Лет такое, 31 градус в теньке. Так вот, зритель, вот такой обзор у меня обуви весенней. Пока. Не забудь поставить палец кверху.